Привет, парни, это снова мы, Ателье Ретроцикл, и я Сергей Беляев. Представляю вам сегодня CZ472.6. На мой взгляд, это самый, в общем-то, продвинутый, самый горячо любимый мною и, в общем-то, всеми мотоцикл, потому что у него самый шикарный звук, который был на мотоциклах чехословацкого производства. В принципе, это та же Ява, в общем-то, но много в ней множе. CZ вообще отличался всяческими нововведениями. Значит, у него алюминиевый маятник, ну там много, все, в общем-то, знают, кто любители марки CZ. Много у него там всякие там силуминовые фары, они пластиковые. То есть максимально облегчали, максимально делали комфортный мотоцикл. Руль немножко другой формы. Все знают, все могут прочитать, и, в общем-то, любители Явы, наверное, не интересуют. Хотел рассказать, что у меня такой же был CZ, точно такой же. Вот я учился в военно-морском училище. После окончания второго курса приехал я в отпуск, курсантский отпуск недолг, месяц всего. Приехал я в деревню, так как, в общем-то, денег не было особо, все отпуска я проводил на даче в деревне. Ну и родители, значит, мне решили на окончание второго курса подарить вот такой CZ. Приезжает отец на велосипеде со станции, говорит, Серега, говорит, там, говорит, продается два мотоцикла. Говорит, один CZ, говорит, другой был Ява. Этот был, по-моему, 50 или на сколько-то рублей дороже. Ну, я говорю, давай CZ возьмем. И у него какая-то там премия упала, потому что он там главный инженер проекта был. Ну и вот я стал обладателем CZ. Мы его даже на учет не ставили, то есть купили, у меня он справка из магазина была. Ну, покатался на нем один месяц там, ну, куда я катался, то есть по деревне, в магазин, на озеро, еще куда-то, и все. Потом это уже третий курс училища, в общем-то, конечно, было больше выходных, но на дачу так и не получалось съездить, там летом, в общем-то, и практика, и стажировка, и что-то такое. И, в общем, я в очередной отпуск на третьем курсе поездил на нем, накатал я на нем, по-моему, что-то 800 километров. Ну и все, а дальше, в общем-то, 4-5 курс, я уже на даче редко появлялся, и потом офицерская служба и все такое. Ну, отец, наверное, на 5-м курсе мне говорит, давай мы его продадим. Какие-то были проблемы с деньгами, то ли что-то там дома, с домом надо было делать, давай. Я говорю, ну, давай продадим. И, в общем-то, мы его продали даже, по-моему, дороже, чем он был в покупке, потому что только обкатку прошел. Поэтому у меня очень такие теплые воспоминания об этом мотоцикле. Всегда я, в общем-то, стараюсь, когда сделают этот мотоцикл, мы их уже много сделали, на нем прокатиться, покататься чуть-чуть. Шикарный мотоцикл, и, в общем-то, я всем рекомендую. И, в принципе, ну, на постсоветском пространстве их достаточно было мало, потому что был дороже Явы. Ну и само производство, в общем-то, много было, но недостаточно столько, сколько Явы. Значит, в нашу страну они поставлялись вот с дугами задними пассажирскими и с дугами безопасности водителя. Что интересно, в Чехии они шли без этих прибамбасов, и в Чехии их нету вообще. То есть я вот своему чешскому поставщику говорю, дай мне вот дуги чешские. Он говорит, нету, их не производят, потому что к нам поставлялись их, во-первых, очень мало поставлялось этих чезетов, и они шли без дуг. Ну, мы наладили свое производство, поэтому дуги сейчас вот и пассажирские, и водительские мы гнем сами, делаем все сами, все их крепления. Эта дуга вообще из прутка сделана, поэтому если даже ее согнуть, в общем-то, невозможно. Подойти на здоровье, хотя лучше у всех ровных дорог. Вот, кто захочет этот, конечно, мотоцикл, мы с удовольствием такой же сделаем, но достать их все проблематичнее, поэтому обращайтесь, мы все в лучшем виде изготовим. До встречи, всем бай!